Ну, как бы я ощущаю, естественно, давление. Но ничего давление не... ощущаете, но приятного нет. Как вы добились вот это, нет, это тогда это хороший уровень. Как вы это добились? Что вы делаете, чтобы здесь не было наверху? Это способ не для всех подходит. Да, когда скажите. Я поломала в двух местах обе кости, так. Я как бы много лежала, естественно. И потом этот метод перенесла. Ну, в общем, я, в отличие, говорят, что это плохо, ночной человек. Для меня достаточно 5 часов, я уже как бы восстановила силы. Вот. Но я в течение дня, вот в связи с тем, что у меня все-таки нога очень долгое время не была восстановлена, я вот поработаю, у меня кухня большая, в основном на кухне, я пенсионерка, прилегла. Ну, не сплю, естественно. Значит, потому что это поделала, опять прилегла. И я вот почувствовала, что для меня вот такой день, может быть, поэтому для меня достаточно 5 часов. Когда я приезжаю в Сербию, у меня тут диванов не было. И я весь день вот это вот. И я к 9 часам просто уже вот вообще, я считала себя ночным человеком, а я просто вообще уже вот выстегиваюсь и засыпаю. То есть вот этот вот... И вот после этого у меня прекратилось не менее спины. После чего? После того, как я вот весь день прилегла, минут на 10-15, опять встала, работаю. Ну, естественно, это погода. Вот такие прилегания в течение дня. Куда-то поехали. Да, да, обязательно. Это там, не знаю, несчетное количество раз. До 20 раз точно. До 20 по раз 10, можете прилечь в течение дня? Да, да, да. Тут у меня на кухне диван, и я на нем. Первое, что я сделал, если вы заметили, я сбросил у нее вот здесь, да. И это же я советую делать в машине, кто много водит, да. Кажется, что вот такая вот нога там под торпедой, лежащая, прямая, это нога расслабленная. Вот нифига подобного. Она вот здесь, за счет того, что нога прямая, собирает очень много напряжений. Вот такая нога расслабленная. Потому что сейчас расслаблена здесь. Как это доказать? Вот выпрямляете ногу, лезете сюда-сюда себе и трогаете. А потом сгибаете, лезете и трогаете. Разница в натяжении под коленом вам все скажет. Когда нога вот такая, здесь расслаблена, и нога питается. Здесь проходит ци и кровь. Когда нога вот такая, она сжимается. Да. И напряжение будут обязательно наверху. Лена Михайловна, у вас есть напряжение наверху? Вот здесь вот в верхнем слое трапециевидной мышцы. Теперь уже нет. Все оперло раньше, сильно было.